В мексиканском штате Герреро не менее 30 студентов пропали без вести после столкновений с полицейскими. Конфликт произошел на автомагистрали между городами Чильпансинго и Тистла. Около 20 студентов получили ранения. Еще 10 задержаны. Напомню, в сентябре прошлого года в городе Игуала пропали 43 учащихся того же учебного заведения. Позже стало известно, что студентов похитили и передали в руки бандитов полицейские. После этого учащихся предположительно убили, их тела сожгли. В связи с этим инцидентом были арестованы более 100 человек, в том числе бывший мэр Игуалы.